Разговор на проселочной дороге. Что человек? Одно из двух. Кремень или тончайший пух, когда витает, не причастен к делам войны, обманом власти, его необоримый дух. Легла роса, весь мир согрет. Выходим из дому чуть свет, чтоб за беседой по дороге товарищ мой коллега строгий нашел на мысль мою ответ. Вся жизнь в значочках пылья, разграничение сния, но если в текст ее вчитаться, кому-то, может быть, удастся проникнуть в смысл бытия. Идет гуськом, ему виднее, зачем блуждать среди теней. Тропинка узкая такая, не разойтись, не спотыкаясь, со встречным путником на ней. Пришли. В траве отражена, деревьев высится стена. Совсем тропинка потерялась. Уверен он, что здесь начало, исток, причина, да. Вот человек, разомкнут круг, с небес слетела птица рух, когда остался непричастен горящий факелами власти свободный и нетленный дух. Молчим, кручины на весах, что уповать на чудеса, мы бродим долго и в надежде, как Натор с Хайдегером прежде, в окрестных мамушских лесах.